Лучший тренер России живет в Верхней Пышме. Высокую оценку работе Валерия Стенникова, воспитанники которого действующие чемпионы мира, дали во Всероссийской Федерации самбо по итогам 2014 года. Валерий Стенников – главный тренер сборной Свердловской области по самбо и заслуженный тренер России. На последнем чемпионате мира, который прошел в Японии, четверо из 9 спортсменов национальной сборной представляли Средний Урал. Все они из Верхней Пышмы, что стало уникальным событием за всю историю самбо. В копилку команды подопечные Стенникова положили золото и 2 серебра. Сейчас к чемпионату России под руководством лучшего тренера готовится 6 заслуженных мастеров спорта и 11 мастеров спорта международного класса. Награду, как говорится, держать в руках очень приятно. С 2006 года мы только раз областью Свердловской мы были вторыми, а остальное время все время команда выиграли чемпионат России.